Итак, пацаны, я что вам хотел сказать, что поговорить. Я сделал пост в группе, но, да, отклик был на самом деле не самый завидный. На самом деле не самый завидный. Я хочу попросить у вас лично. Я вас что, часто о чем-то прошу? Я вам что, плохо когда-нибудь делал? Нет. Нет. Вот именно. Ребят, моя личная просьба. Света написала, и, в общем, пользователи ВАЗДа как-то спровоцировали сам ВАЗД устроить какую-то просто движуху, просто так. Без каких-либо там подъебов, рекламных кампаний, акций, ссылок, просто так. ВАЗД выделил бабки и устроил турнир по Among Us, точнее, вот он планируется, и по Fall Guys. Мы и попросили нас как бы в нем поучаствовать. Я согласился, потому что, ну, блядь, в чем проблема, почему, зачем отказывать? Мы играем Fall Guys. Участвовать может 100 человек. Мы втроем с Колей и Димой будем участвовать в финале с теми, кто до него дойдет. В финале, если ты выиграешь, ты получаешь реальные бабки, призовой фонд от этого ВАЗДа. У нас троих вы точно выиграете, а у всех остальных... Слушайте, да тут дело даже не в том, что выиграете, не выиграете. Это моя личная просьба. Пацаны, пожалуйста, скачайте этот... Fall Guys, и пройдите короткую регистрацию по ссылке, там нужно добить до 100 человек, сейчас там 56. Я вот прямо сейчас вам скину эту ссылку, посмотрю на счетчик, тут как бы все видно, сейчас. Я вас очень прошу поучаствовать хотя бы, блядь, за компанию с нами, понимаете это? Вы пиздец какие пассивные, вам нужно витаминчик D попить. 52 человека. Было больше, по-моему. Ты думаешь? Он, ну, ладно, 55 сейчас. Так, сейчас, подожди. Что там пишет? Нет, я это не могу читать. Ага. Сасквач? А это какой опенинг у тебя со Сасквачом? А Света говорит, няшечка, бля, братан, будь уверен, ты, главное, зарегистрируйся. Зарегистрируйся срочно. Зарегистрируйся. 10 число, какого хуя? Вырубай нахуй, говорит, пацаны, давайте, короче говоря, сделаем такую вещь, я вам скину... Ссылку. Просто поучаствуйте. Еще с возможностью деньги, я же, блядь, вам неплохого никогда не посоветую, никогда вам плохо не сделаю. Ну что вы в самом деле, блядь? Я вас когда-нибудь предавал? Мы кого-нибудь рейдили, каких-нибудь, не знаю, блядей или чмошников на каком-нибудь твиче за бабки? Да ну прям, ну что вы меня не знаете, Вась? Почему я должен еще перед вами через столько лет оправдываться? Смалка говорит, ну ты тип, Макс. Предавал, говорит. Ничего я, блядь, тебе не предавал. Ой, хуёвая ссылка. Пацаны, вы что, хуй... Ох. Да. С вами долгие разговоры с вами вести. Это вы думаете, что я вас... Весь чат. Бля. Да. Бля, пацаны. Что, когда предавал Максим? Рассказывайте. Честно, надо тем, подумать. Что я постримлю, но не постримит, это не считается. Это не считается за предательство, пацаны. Чур не считается, чур нет. Это вы просто охуевшие доверчивые. Это просто состояние души, пацаны. Я же не могу обещать, я не знаю, что будет через 2 часа. Я ветреная натура, я не могу планировать дальше, чем сейчас, прямо вот сейчас. Ты же не можешь договориться с ветром, правильно? Ах ты, сука, ты DS3 не прошел. Так я еще не умер. Я тебя предам, когда умру, и так и не пройду DS3. А я все еще здесь, и знаешь, он у меня до сих пор установлен, я даже не удалял. Так что, а ну-ка, варежку, блядь, заткни нахуй. Хлоп. Не, ну, ребят, ну, я же вас люблю, вы знаете. Ну, ах ты хитрая, сука. Часто прошу, что ли? Ну, почему мне нужно унижаться каждый раз? Слушайте, ребят, если, типа, ну, вам впадло тратиться на этот Fall Guys, или у вас, ну, просто не варик его взять, то, ну, может тот же Among Us, ну, или вовсе нет. Нет, там нельзя, там сейчас регистрация на это закрыта. Сейчас, подожди, как называется за, как это называется хрень, где покупать ключи? Зака-зака. Или Steampay. Сейчас я проверю, сколько она стоит на этом самом, на этой заке. Fall Guys прикольная игра. Fall Guys прикольная игруха. Игрушка. Еврот ебал. Fall. Ты за казака чекаешь? Да. Steam Pay чек. Он не дает мне. Она не была на Steam?
И там тоже нема Fall Guys. Ладно, пацаны, ее нету на этой а самой. А есть у вас Fall Guys? Да у вас есть Fall Guys. Че это самое? Да я хотел вас как-нибудь... Прикинь, блядь, это то ли вы мне ноги свесили, то ли я добрый. Я хотел мало того, что вам предложить такую возможность, так еще и покупать вам, блядь, сидеть Fall Guys'ы. А, блядь, хорошо, что их нету. Мы можем выиграть? Да, да, мы троем тоже можем выиграть, но я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь в своих способностях в этой игре. Пацаны, а вы слышали? Бля, мне в иллюзии написал, братан, так, а, так аж... Я заебал, я, конечно, извиняюсь, я заебал уже, да, туда-сюда это дрочить окно. Софи умерла. Или умер, не знаю, думайте, как хотите. Кто-нибудь слушал? Кто-нибудь слушал этот экспериментал, этот электроник? 30 января вышла на крышу своего дома в Афинах смотреть на полную луну и уебалась с крыши, как в анекдоте. Только почему-то я подозреваю, что это так сказал ее лейбл. Я больше ставлю, больше денег ставлю на какой-нибудь передос или что-то в этом роде. Как можно уебаться с крыши? Там вообще никаких упала подробностей. Упала прямо в гору кокаина случайно. Не просто непонятно, но на самом деле этого человека настолько мне жаль. Я весь год слушал ее треки, они у меня были добавлены. Может быть, вы у меня даже слушали какие-то... Ну, этот самый популярный, наверное. Подскользнулась, но так сообщил ее лейбл, то есть вообще непонятно, то есть ее вот это подробности ее кончины, они скрыты. Слушай, но... главное знать, что типа, ну, какая разница как, она просто погибла, типа, ну, да, рожова, да, чё, ребят, почём? Да, ребят, вы о чем говорите, о мертвых либо никак, либо очень хорошо, очень хорошо. Потрясающе. Потрясающе, браво! Пацаны, вы меня иногда на такие черные шутки выводите, я не могу потом жить и спать после этой хуйни. Все, тихо. Тату Коля, блядь. 77, проверяю. Я должен быть умным, не знаю. Сукины дети, 78. Тот человек, которому, который это сделал, я тебе ноги целую, а остальным ебало снесу. Ну ладно, ребят, 78, так 78, значит... Значит, ну, то я... на то и выходит. Я не знаю, на самом деле, да, то, что у вас нету этой игры, или вы... Или в чем это вообще? Ну, наверное, нету, да? Странно. А в чем, блядь, прикол? Блядь, там, откуда ты знаешь, что есть? Ты в каждую библиотеку прочек? Ты че? Заглянул в каждому в Steam, что ли? Просто, блядь, когда мы на рейд регались, мы 300 человек туда запихали за 2 часа. Тут, ну, блядь... рейд бесплатный. Так, если есть, ты говоришь у всех. Нету, говорит, игры нету, денег нету, нету денег. Раньше, бля, пацаны, ну вы даете. Я думал, я, блядь, уже столько стримлю, что вы, по-моему, уже должны были вырасти из студенческого возраста, нет? Или вы все еще студики? Погоди, сколько я стримлю? Молодец. 3 года. А, нет, пацаны, еще рано. Угу. Да. Ну ладно. Подожди, ты столько играл в Fall Guys? 26.3 часа недавно. Он просто опять зашел и не вышел, да? Да, да, да. А, нет, у меня еще племянница в него играла с моего аккаунта. Подписано тебе 200 стоит, а игра 400, понимаешь? Говорит, ты дурачок, подписано тебе 200 стоит, а игра 400. Понимаешь, к чему я? Есть в этой игре мой смайлик, вот именно. Блин. Ну там есть прикольные одежды. 400, нихера себе, блядь, это нормально. Ей цена 250 рублей, ну типа, ну, мне кажется, на самом деле она не на 400, да, это вот рубль/доллар, подъебос небольшой. Ну ладно. Да не. Ну игра нормальная. Зарегался с VPN-ом. У нас еще сколько? Какое число? Так, 11. А, у нас, блядь, нету никакого времени. А, уже 11, я уже сейчас 12 ночи. Так. Ладно, я ночью помозгую, что мы с этим придумаем, и будем ли мы что-то с этим придумывать. Сейчас напишу Свете, что, ну вот, блядь, у людей игры нету. Нету. Слушай, обязательно прям 100 человек? Ну, 78? Ну, 78 это неплохо, но там как бы, ну, 100. Пожелать. Ну, хорошо было бы, если бы все уж пришли. Ну ладно, говорит, 12 числа распродажа начинается. А ты уверен, что там Fall Guys будет? Ну, я ради вас ее купил, блядь, мои пацаны говорят, что я долбоёб, но, блядь, Максик, приезжай в челны, чпачмаки хавать и к чачакам запивать. Братан, а еще вот это можно? Еще вот это можно? Сосисочный туризм у вас, я знаю, хороший. Меня Никита водил. Корндог, сосисочный туризм в Татарстане. Слушай, брат,
ты смотри, ты поиграй в нее не больше 2 часов на турнире и сдавай ее нахуй обратно. Верни себе деньги. Не прошло. Смотри, смотри за этим. Да нет, это будет уже завтра, послезавтра. Я на курсах. Но эти, в принципе, курсы дохуя и бесплатных, и платных, и качабельных, и некачабельных, так что. Золото, ну спасибо тебе, братан. Да нет, конечно, мы увидимся вот через пару дней. Сейчас же будет этот турнир. Вот где тут, со 2 апреля, марта, где то вот эти сегодня самые... Сегодня... 13 февраля. 13 февраля будет. В 4 вечера по Москве. 13 февраля. Если бы залагал бы стрим, считай, уже 2 стрима можно было зачекать. Да, ничего страшного. Видите, 70-80, можно... ну, блядь. Ладно, я не... Что можно? Разочек до этого времени подрубить? Еще разочек я подрублю, может быть, да. Придут люди, которые здесь не были, или может кто-то посмотрит в нарезках. Да. Я прошу нарезчиков отдельно вот этот момент, блядь, где я прошу. Хотя нет, это... Подчеркните, нарезки. Подчеркните, нет, этого все равно не произойдет, оно же вот через 2 дня. Сколько там? А, так, чтобы вам еще объяснить. 2 50. Говорит, вот, блядина, вот смотри, что пишет мне. А вот почему Макс подрубил. Понимаешь, какой ментальный блок да у обезьяны в голове? Да он тебя байтит просто. Байтит, да? Издевается надо мной. Он думает, что я за это бабки получу. Я, блядь, им хочу деньги выиграть. Я на вас буду пиздеть в ближайшее время долго и нудно, сука. С этого ни копейки вообще не получаю. Дети, давга, ёпта. Я же, знаете, блядь, вы же знаете, я все... Родительская любовь. Можно предавать и продолжать будет любить. Да, любить, да. Уже не так. Нет, будет так же любить, но относиться по-другому. Ладно, ладно. Ладно, там ладно. Да, давайте чекну донаты. Давайте прощаться тогда до 13-го, как, наверное, как минимум. Сейчас донейшн, наверное. Как минимум. Как минимум. Спасибо, Йоу, так считается? За подписку. Подписи? Спасибо. Бля, тип какой-то задонатил сумму, которую стоит Fall Guys. Сейчас. Не, ну если задонатил, может, он еще есть. Сейчас мои сообщения. Чё-то, блядь, с интернетом. Тип задонатил 5 евриков. Так, один пишет: мальчики, можно мне персональное поздравление ко дню моего рождения? Я устал нахуй, Никитушка пишет. Никита, брат, конечно, тебя с днем рождения. Ну, конечно. Стайлер Бес скинул 5 евро и пишет: Максон, мужчина мой, ласковый, красивый, сильный, наконец поймал тебя за хвост на стриме. Так чаще заходи, особенно с евриками, блядь, ждем тебя всем стримом. Привет тебе от латышей. О, латыш, убей латыша, слава силе. Передай сладкий привет американскому бандиту Сузибае и домашнему хохлу родом из Елгавы. Ты на каком-то и на эльфийском мне все написал, но домашнему хохлу из Сузибае я большой сердечный привет. Спасибо тебе, братан, за бабки. Где ты нашел эту ссылку? Да, хохлам привет. Приходи, приходи почаще. Всем хохлам привет и соболезную. Ну все, ребят, давайте, короче говоря, прощаться. Он тебе занатил, Русика, историю, давай, он тебе занатил 7к 2 года назад в натуре. Ребят, я вам как и сказал, я вам как и сказал, Русик, не вздумай какие-то, блядь, бабки кидать или донаты, у меня все отключено, спокойно, это значит, что я не хочу, понимаешь? А, типа это не препятствие, блядь, которое преодолеть надо, я их убрал, потому что мне так сейчас спокойнее. Так, давайте-ка... Папа, мне нужны твои деньги. Да, папа, мне нужны твои деньги. Все, вроде все сказал, давайте-ка потихоньку прощаться. Встретимся буквально через 2 дня. Всех жду, давайте в 4 вечера, 13-го. Так, что, Дим, ты будешь стримить, нет? А, да, давайте, посмотри, решайте. Да я думаю просто, что... Бля, я заебанный, но надо бы. Надо бы прям. Ну, решай, если ты будешь, то будешь. Подрублю. А вы отдыхать пойдете, спать пойдете? Максон, ты все? Так, да, только последний анекдот от Лоли читаю. Не, имею в виду, ты... Да, да, я отлетаю. Ширяются во дворе наркоманы, одним шприцом по кругу. К ним подходит бабуля. Не. Что же вы делаете? Так же можно спидом заболеть. Наркоманы, спокойно, бабка, мы же не дураки, мы тут всех в презервативах. Я его уже читал. Вот я и говорил, что он... Ну ладно, тебе просто не понравился про спид и про презерватив. Знаешь, тебе почему не понравилось про презерватив? Потому что это к тебе не релейтабл, это к тебе не относится. Вот как купишь первую свою пачку, знаешь, как заржешь, вспомнишь и захохочешь, блядь, прям в аптеке. Я думаю... На вирусе колется начинаю. Я думаю, они там много презервативов покупал. Я знаю, он-то еще тот трахер, я так это сказал. Я так, шутки ради сказал. Все, пацаны, давайте-ка все. Не, я сейчас не вывезу, поэтому в другой раз. Дима не вывозит, окей. Тимур на Твиче, может, он, ты сейчас будешь подрубать? Да, буду.
Распамь чуть-чуть свою ссылку, я отправлю сердечко, и мы офаем. Блять, вас открываю. Открой его страничку на Твиче, чтобы было более видно. Давай, скидывай ее сюда. Сердечки тогда заранее отправляю. А не сам кадет в эту страничку. Блин, что-то какое-то видео вам хотел показать, но это надо будет искать в этих мемах. Блин, ты можешь чуть-чуть поискать, я отойду на секунду. А ты скинул? Нет, не скинул? А, ссылку нет, да. Даже. Так скинь, я хоть покажу всем. Блять, а нет, тут она уйдет, я в диски кину. Диси, в диси кидай. Сейчас, я бля, можно ли на ВАЗде показывать Twitch? Ну ладно, мы быстро. Да, показать, я думаю, можно. Честно, заходит, что, можно. Что происходит? Почему я у тебя на Твиче базарю? Но каждый раз это одно и то же слово, я захожу, и там 10 комментариев новых. Хорош. Когда это мы с тобой сидели? Когда ты последний раз стримил вообще? Ребят, Онни, Райс, Онни, Райс, сейчас будет стримить парень, так что заходите, посидите, если хотите. Ну все, 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 все. Теперь прощаюсь точно. Как что, обычно, давайте, не могу уйти тысячу лет, да, да. Лафика отправлю вам. Давайте. Все, пока. Сердечко. Все, пока, целую. Целую, целую, писю копу.